Заслуженные тренеры, чемпионы мира и Европы, мастера спорта, в том числе и международного класса, выпускники разных поколений. Спустя десятилетия они снова встретились в родной школе. Вадим Качур приехал из Херсона. Заслуженный тренер МССР и Советского Союза свою тренерскую работу начинал в Дубасарах. Он воспитал более 100 мастеров спорта, 8 чемпионов мира и победителя 2 Олимпийских игр Юрия Филатова. Гребля для меня – это все. Она из меня сделала человека, она сделала меня твердо стоящего на земле. Вот. Ну и сказать, что я фанат, это не то слово. Просто другой жизни я себе сегодня уже просто не представляю. Альбина Севрюк приехала в Дубасары более 40 лет назад. Заслуженный тренер до сих пор приумножает традиции спортивного учреждения и воспитывает подрастающее поколение. Усилиями нашего всего тренерского состава, вот грибной нашей базы, нашей школы, сделали все возможное, даже и невозможное, для того, чтобы наш вид спорта продолжил завоевывать медали не только на первенствах ПМР и Республики Молдовы, а даже уже и сейчас на чемпионатах мира среди юношей наши уже спортсмены показали себя. Уже несколько лет Иван Епишин и Дмитрий Замесов являются членами сборной России. В этом году они завоевали золотую и серебряную медаль на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ. Николай Кричун стал чемпионом Европы среди молодежи до 23 лет. 5 воспитанников школы привезли золотые медали с чемпионатов Приднестровья и Молдовы. Еще 2 золота прибыло из Москвы и Московской области. Спорту в нашей республике уделяется намного больше внимания, я думаю, будут от этого большие результаты. Поздравляю еще раз всех. В честь юбилея за высокие достижения в спорте и развитие гребли тренеры школы были награждены почетными грамотами. Сама же школа получила в подарок 2 современных тренажера. Они, по словам тренеров, позволят проводить тренировки на более высоком уровне. Сюзанна Авакян, Анжела Каранчук и Виктор Меленчук. Первый Приднестровский телеканал.